Смирно! Прошу. Слушайте, вы, свиньи, Германия дает вам работу. Вы поедете во Францию и будете там строить самолеты для армии фюрера. Токари по металлу. Шаг вперед. Марш! Электрики. Два шага вперед. Марш! Катина, ты что же, дурака валяешь? Никак нет, господин офицер. Почему же ты сделал три шага вперед? Видите ли, я и токарь, и электрик. Ведь если зайца бить, его можно выучить спички зажигать. Нет, я просто надеялся, что вы назовете еще несколько профессий, и тогда я таким образом дойду до ворот и... Чех! Так точно, Чех. Фамилия? Швейк, господин офицер. Иосиф Швейк. Швейк? Тот самый? Так точно, Швейк. Тот самый. Тот самый бравый солдат Швейк, жизнь которого так прекрасно описана писателем Ярославом Хашиком. Книга переведена на все языки мира. Молчать! Она сожжена, эта дурацкая книга. Уничтожена. Осмелись заявить, а я жив. Убрать! В карцер! Убрать! Крепись, Фрэнтишек, крепись. Они избили меня, как собаку, проклятые. Они вывернули мне руку и жгли ноги. У меня ничего не осталось, ничего. У тебя остался голос, Фрэнтишек. Ведь у каждого чеха, даже если он сидит за проволокой, есть голос. И если вы хотите знать, то каждый день ровно в 7. Внимание, внимание! Говорит подпольная радиостанция «Свободная Чехословакия». Только что моя пеленгация установила. Радиостанция работает в 5-м квартале. Немедленно выслать наряд. Дом уточните на месте. На месте! На этот раз они могут считать себя покойниками. Стрелял!
Пожить! А? Кто вам искать? Внимание! Внимание! Говорит подпольная радиостанция «Свободная Чехословакия». Продолжаем прерванную... Руки вверх! ...по причинам вечернюю передачу. Слушай, славяне! Кровь за кровь, смерть за смерть. Беспощадная месть врагу за порабощение родных земель, за разрушенные города и сожженные села, за убитых... и замученных в тюрьмах и лагерях, за слезы женщин, за гибель детей, за все надругательства над нашим народом. Мы призываем вас к мщению! Ты слышишь, Рентышек? Ты слышишь? Она говорит. Говорит наша радиостанция. И будет говорить, если даже этот эпилептик фюрер сойдет с ума от злости. Так что, Фрэнтисик, ты не забывай, что у тебя страшное оружие в руках. Голос. Спасибо, Швейк. Но в этом подвале мой голос услышат одни только крысы. Не говори так. Вот один мой знакомый тоже сидел в карцере. А его письмо передали по радио. Это слышала даже моя тетка в Нуслях. Надо только написать. Даже если удастся вынести это письмо отсюда, то как узнать адрес радиостанции? Этот адрес знает всякий честный чех. Ты напиши. Дай мне. Я попробую. Ошевеливайтесь, свиньи! Эй! Смирно! Прошу ты, сэр! Да? Я приехал выяснить, имеете ли у вас жалобы на обращение охраны, на питание, на помещение, ну и вообще на здоровье. Я даже привез вам доктора. Синдон, прошу вас. На что жалуетесь? У меня чехотка. У меня тоже чехотка, у всех чехотка. Здоров, вы? Острый ревматизм. У меня тоже острый ревматизм. Здоров, вы? Я идиот. Я тоже идиот. Здоров. Что? Скот! Алла! Ты здорово его подцепил. На Восточном фронте его подцепили еще лучше. А что? Ну, он ездил туда в инспекторскую поездку с целью проверить бодрость нации. Расскажи-ка, Швейк. Это будет нам вместо ужина. Фрэнтишек, ты, конечно, не думаешь, что доктор прописал тебе подогретый портвейн? Нет. Но если бы он сошел с ума... И даже написал рецепт, то все равно. В тылу у нации нет ни одной капельки спиртного. Почему? Они его отправляют на Восточный фронт, потому что трезвые немцы не идут в атаку, даже если офицеры стреляют им в подштанник. Только на Восточном фронте портвейн, ром и водка называются не портвейн, ром и водка, а эликсир бодрости. Трезвые мысли, трезвые действия, трезвое поведение господ офицеров создают полную веру солдат к своим начальникам, слепую доверчивость ко всем их распоряжениям
Отсюда залог бодрости. Позвать ко мне младшего ефрейтора Клингера. Младший ефрейтор Клингер арестован. Арестован? За что? За загадку. Пойди сюда, болван! Господин уполномоченный от инспекции фронт. Да. Младший ефрейтор Клингер, которого вы приказали позвать, да, арестован. Арестован? За что? За одну загадку. За какую загадку? А вот за какую, господин инспектор. Какое сходство и какая разница между нашим старшим лейтенантом и коньяком? Что это за чушь? Какое может быть сходство между коньяком и лейтенантом? И у того, и у другого по три звездочки, господин инспектор. И тот, и другой ударяют в голову после первого стакана. А разница заключается в том, что коньяк после первого стакана ударяет в голову лейтенанту, а лейтенант после первого стакана ударяет в голову всякого, кто только ему не попадет под руку. Ты что, пьяный или дурак? Не могу знать, господин инспектор. А ну, дыхни на меня. Чем это тебя пахнет, негодяй? Цикорием, господин инспектор. Не ври. Я его сегодня 2 фунта съел. Не ври, негодяй, это не цикорий. Водка. Это потому, что цикорий очень плохой присылать стали. Раньше бывало, выпьешь, закушаешь цикорием и дыши хоть на самого фюрера. А теперь хоть вагон и жуй, все равно водкой пахнет. Соя! Не дыши ты в мою сторону, негодяй! Значит, ты все-таки пил водку? Так точно, господин инспектор, перед наступлением с разрешения начальства. Ох, вот как! Другое дело! Алкоголь перед наступлением одобрим высшим командованием! А! Можешь дышать в мою сторону? Да. А, Мальберангус, ну? Сколько времени продолжалось сегодняшнее ваше наступление? 2 часа 40 минут, господин инспектор, если считать в оба конца. Вот как? Значит, вы наступали в 2 направлениях? Так точно, туда и обратно. Почему же обратно? Водки не хватило, господин инспектор, мало выпили. Нужно было пить больше. Это тоже не всегда помогает. Вот вчера должны мы были идти в атаку. Дали нам водочное довольствие. Ахнули мы по одной, ахнули по другой и подошли к расположению противника. И показалось нам с пьяну, что мы совершенно трезвы. А разве трезвым до атаки? Повернули и пошли назад. А вот был еще такой случай. Дали нам по стакану водки и повели в наступление. И вот уже противник, а у нас от водки в глазах двоится. И каждый красноармеец нам за 4 кажется. Почему за 4? Если двоится, так за 2. За 2 он нам и без водки кажется. Мерзавец. Надеюсь, что хоть в твоих письмах звучат бодрые и воинственные слова. Так точно. Звучат, господин инспектор. Молодец, в таком случае должен писать как можно чаще. Сколько писем ты написал своей жене за эту неделю? Ни одного, господин инспектор. А за прошлую? Тоже ни одного. Слушай, у тебя нет желания писать своей жене? Желание есть, а вот жены нет. Ну, а родня у тебя есть? Из родни у меня, господин инспектор, всего-навсего половина тетки осталась. Почему же половина? А вот она сама пишет. Дорогой племянник, когда же наконец кончится эта проклятая война? Это не то. Говорят, вас сильно разбили. И это тоже не то. Вот,
В магазинах ничего нет. Все страшно похудели. От меня осталась половина. Ведь половина тетки осталась. Знаешь, мне не нравится это письмо. Я не вижу в твоей тетке бодрости. Чем ты это объяснишь? Очевидно, бодрость у нее осталась в той половине, которая пропала, господин инспектор. Но раз у нее пропала бодрость, ты должен написать ей письмо, полное мужества и горячей уверенности в нашу молниеносную победу. Садись и пиши, я тебе продиктую. Пиши. Дорогая тетушка. Дорогая тетушка. Не верь слухам. Не верь слухам. Верь только мне. Верь только мне. Знай, что мы не разбиты. Знай, что мы не разбиты. Точка. Точка. Написал? Написал. Прости. Дорогая тетушка, не верь слухам. Верь только мне. Знай, что мы не разбиты. Болван, ты написал не разбиты отдельно, но не разбиты вместе. Ах, вместе. Знай, что мы не разбиты вместе. Вместе с кем? С румынами? Болван! Ну что, что ты написал? Начни снова. Дорогая тетушка. Дорогая тетушка. Верь во всем доктору Геббельсу, который пишет сводки. Вон оно что. Теперь понятно. Геббельс пишет сводки? А ты что, этого не знал, что ли? Догадывался, господин инспектор. Действительно, то, что пишет доктор Геббельс, можно писать только сводки. Это ложь! Доктор Геббельс никогда не пьет. Доктор Геббельс заведует пропагандой и печатью и спаивает настоящих немцев воедино. Понял? Что же здесь не понять? Сам, значит, не пьет, а других спаивает. Хитер. Удивительный дурак. Пиши в заключение. Все люди. Все люди. В тылу и на фронте. Все люди. В тылу и на фронте. Знают. Знают. Что Гитлер поразит весь мир. Что Гитлер поразит. Точка. Все. Написал? Написал. Прости. Все люди в тылу и на фронте знают, а? Что Гитлер паразит. Дальше? А что ж тут дальше? Все люди знают. Паразиты все. Точка. Болван! Негодяй! Встань! Чтоб духу твоего здесь не было! А еще орит. А здесь, господин инспектор, кроме как от вас, арийским духом, ни от кого не пахнет. Я австриец. Вон. Плохо дело, если такой дурак, да еще под мою диктовку мог написать подобное письмо. Что же тогда пишут с фронта умные люди? А? Ну а когда умные люди пишут письмо, и оно попадает полковому цензору, то цензор вымарывает столько, что от письма остается адрес и подпись. Но человек хочет писать, и тогда он пишет стихи. Мне очень понравилось одно стихотворение. Я выучил его наизусть и даже подобрал к нему мотив. Родина моя покрыта мглой, черный неживой туман клубится над зеленой Баденской землей. Там, где виза быстрая струится, падают кровавые дожди. Смертный сид Германия и Стоми, лишь звероподобные вожди мечутся, как в сумасшедшем доме. В
сопли их нас гонят на убой. Хлещет, словно плеть по нашим спинам, маршируй, забудь очаг родной. Серая солдатская скотина, с глупой песней поцелуй меня. Рота поднимается с привала, и с восхода до заката дня топчет землю тупо и устало. Словно автоматы день и ночь мы должны приказам подчиняться, по приказу пыль дорог толочь, по приказу жрать и испражняться. Левый, правый, встань, беги, ложись! День и ночь звучит команда в уши. Такова солдат немецких жизней. Господи, помилуй наши души. Когда я служил в армии императора Франца Иосифа, моей любимой командой было «Шаг на месте». Как вам это понравится? Наше предприятие должно работать хуже всех. А ну-ка, шаг на месте и... Чик. Янек! Янек, а? Он вернулся из Франции, а? Я слышал, у них на заводе вышла веселая история, из-за которой эти нации просто на стены полезли. Да прихлопнули этого блондинчика при попытке к бегству. Но работать, свиньи! И все-таки эти проклятые нации лезли на стены, потому что история, из-за которой сейчас убили этого мальчика, была по-настоящему веселой. Она называется... Испытание? Превосходно, господин полковник. Сколько времени машина находится в полете? Сколько времени машина находится в воздухе? 25 минут 17 секунд. По окончании испытания акт приемки немедленно ко мне. После окончания испытания акт приемки машины немедленно полковник. Соедините с генералом Ферштадт. Хорошая работа возбуждает аппетит. Не так ли, мадемуазель? Так. Колосса. Вы не трувей пас ça, ma petite parisienne. А? Генерал Ферштер у телефона. Добрый день, генерал. У телефона полковник Шлихтер. Я рад вам доложить, что испытания машин нового типа проходят прекрасно. Да. Испытывают наши немецкие летчики. Да.
Моторы на этот раз работают безотказно. Да, да. Весьма польщен, господин генерал. Хайль! Господин полковник! Господин полковник! Не надо! Знаю сам! Отказали моторы! Дурновщи! На этот раз несущие плоскость! А летчики? Все! Четверо! Расстрелять! Расстрелять всех виновников катастрофы! Французских рабочих завода немедленно убрать! Кто же нам будет строить самолет? Да, но ваши проклятые французы так их строят, что наши немецкие летчики ломают себе головы. Вместо самолета я принимаю катастрофы! Предупредите господина Пуансона, что если разобьется еще хоть один самолет, он будет расстрелян. Имейте в виду, что вы тоже можете разделить с ним компанию. Аэродром! Алло, алло, аэродром. У аппарата полковник Шлихтер. Алло, как идут испытания? Испытания заканчиваются, господин полковник. Самолеты пошли на посадку. Наконец-то! Ваши французики начинают исправляться. Не так ли, мадемуазель? Так. Все четверо. На этот раз, господин Пуансон, можешь считать себя покойником. Он узнает. Вы все узнаете, что такое гнев фюрера. Разрешите напомнить. Ну, что еще? На заводе есть наши французские летчики. Ну, и что же? Надо заставить их, чтобы они сами испытывали эти проклятые самолеты. На своих собственных шкурах. Правильно. Пусть наши рабочие делают эти летающие гробы для своих собственных испытателей. Правильно. Разрешите объявить о вашем приказе на заводе? Вы уйдете. Итак, месье, немецкое командование поручило нам самим испытывать новые боевые самолеты. Этот акт высокого доверия мы, французы, обязаны оправдать. И вы прекрасно понимаете, месье Пуансон, что от нашей с вами работы зависит жизнь наших соотечественников. И я надеюсь, что эта цена достаточна для того, чтобы завод наконец стал выпускать машины действительно первого класса. Прошу помнить, что необъятные просторы Восточного фронта требуют от нас тысячи и тысячи новых боевых машин. И вы обязаны их нам дать. Хель! Сойди. Продолжаем. Восточный фронт получит боевые машины первого класса. Саботаж этих мерзавцев мы сломили. Новые машины находятся уже в воздухе. Испытания проходят блестяще.
приказ верховного командования выполняется. А, мышли? Не надо. Знаю сам. Летят, слышу. А, проклятые французы. Постараюсь для своих летчиков. Ну ничего, нам только это и нужно. Что с вами? Ай. Что случилось? Что это за перчатка? Улетаем в Англию, самолеты прекрасные, испытаем их качество над Берлином. Письмо от Френчика для радио. Возьми. Ой, 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 ой. Господин Дефрейтор, разрешите отправиться, а? Иди, скотина. Рад стараться. Что, быстро это было сделано, а? Да иди, иди. Господин Фрейтер, я давно хотел вас спросить. Скажите, за что вы получили вот это? Фюрер любит храбрых людей. А я как раз знаю одну историю о самом храбром солдате. Маршевая рота 35-го пехотного полка «Арийский гнев». Кто самый храбрый солдат вашей роты? Я бы хотел с ним поговорить. Скорей, любого! Вот
Пожалуйста, Шульц, вашего вперед! Марш! Ты женат? Нет, господин фюрер, я не женат. Но у меня есть невеста в Дюссельдорфе. И двое детей. Мальчик в Штеттеле и девочка в Гамбурге. Отлично. Молодец. Скажи мне, Отто Шульц, а есть ли у тебя бабушка? К сожалению, у меня нет бабушки, господин фюрер. Но зато у меня есть две чистокровные тетки Рики со стороны матери. Отлично! Молодец! Скажи мне, мой храбрый солдат, знаешь ли ты, на что можешь отдать свою жизнь на Восточном фронте? Знаю! За великую Германию, мой фюрер! Хайль Гитлер! Хайль Гитлер! Шульц, какое было бы у тебя последнее желание, если бы на фронте рядом с тобой разорвался снаряд? Я бы хотел, чтобы в ту минуту рядом со мной находился мой любимый фюрер. И между нами говоря, я пожелал бы того же. Из вас, славянских собак, никогда не выйдет настоящих патриотов Германии. Не разрешите возразить, господин Ефрейтор. Вот у моей тетки в Нуслях ваши генералы мобилизовали моего племянника Карла. Правда, ему на Восточном фронте вместо винтовки дали лопату, но потом из него вышел настоящий патриот. И все. Стой! Как стоишь? Вот как надо стоять! Черт, как затянулась бомбардировка. И слава богу, откровенно говоря, во время бомбежки мы только и отдыхаем. Что? Вы скверный немец и плохой патриот, если можете сейчас думать об отдыхе. Простите, господин майор, но я не немец, я чех. Чех. Но несмотря на это, я готов лучше выполнить свою работу для 30 немцев, чем для одного англичанина. А что делает этот славный чех?
Он могильщик. Могильщик? Шлейк сочиняет анекдоты о самом храбром немецком солдате и Чехе, настоящем патриоте. Никак нет, господин комендант. Бравый солдат Шлейк никогда ничего не сочиняет, а всегда говорит одну только правду. А разве ты не знаешь, что наш добрый, умный, храбрый, смелый, кроткий Адольф Гитлер, любимый вождь, любимый фюрер 80 миллионов немцев, 40 миллионов французов, 3 миллионов норвежцев? Нет, господин комендант, этот анекдот выдумал не я. Ты будешь расстрелян. И сделаешь это ты. Слушаюсь, господин комендант. Сейчас? Идиот. Его тут многие знают. Сделаешь это в лагере. А зачем стесняться, господин комендант? Они все равно. В лагере здесь ли вся Чехословакия и концлагерь? А ну-ка, я хочу загадать вам загадку. Что, по-вашему, должно случиться с вороной, которая перестала быть черной и вдруг стала белой? Thank you.
Я не понимаю, Питер, когда это все прекратится? С тех пор, как пришли немцы, ты работаешь вдвое больше, но ты все уничтожаешь, и потом... Я, кажется, тебе уже объяснял, Урсула. Я не могу бездельничать, но я не хочу работать на этих подлых людей. Да, постой, Питер. И я буду поступать так до тех пор, пока они не уйдут. Ты слишком раздражен, дорогой мой, и все видишь в мрачном свете. Но среди них есть и порядочные люди, поверь, мой мир. Гудмарин? Если позвольте. Для вас это не составит труда. Питер. О, я понимаю ваши чувства. Но вы мне кажетесь трудолюбивым, добросовестным человеком. А наш фюрер любит таких людей. Что поделаешь, Крау? Война? Война, да-да. Война. Да, но, в сущности говоря, если подумать, то именно мы спасли вашу Голландию. А? Ну да, защитили ее от англичан. Мы не очень просили вас об этом. Да, это верно. Что? Что? А? Мы не будем говорить о политике. Я вижу, что ваш муж не только прекрасный оптик, в чем я уверен, но и музыкант. Да, какая великолепная вещь. Да, признаюсь вам, я... тоже музыкант. Ну, любитель, только любитель. Вы позволите? Пожалуйста. Надеюсь, я вас не обидел. Бальчарда? Теперь ты убедился, что я была права? Мардин?
вижу, вы оценили это кольцо. Это память о греческой компании. Она мне досталась в Салоники. Но я буквально ее раскопал среди развалин музея. Видите, вот здесь даже небольшая царапина. Вот видите? Ну, жаль. Ну, очень жаль. Я буду вам очень признательна, если вы ее немножко зашлифуете. Немножко. Жаль. Но что ж поделать? Война. Вы за эти месяцы, что я вас не был, ну просто помолодели. Вы слишком добры. А это что за прелесть? Ну, какая прелесть. Позвольте, позвольте, позвольте. Да только в Голландии можно найти такую прелесть. Эта картина принадлежала моему прадеду. Да? Да, она переходила из поколения в поколение. Как хорошо, что она сохранилась. Нет, вы пойдите сюда. Вы взгляните на ее глаза. Это чудо. А вы знаете, я тоже художник. Да? Да. Ну, акварель, пастель, темпера. Я должен сказать, но между нами, что наши молодцы совершенно не разбираются в вопросах искусства. О, да. Это ужасно. О, да, да. Ужасно. Да. Ну вот, готово. И царапины не осталось и следа. Царапины нет. Царапины о, нет. Нет, 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 нет. Надеюсь, вас не обидел. Ах, Жозе. Воспитанный человек. Теперь ты убедился, что я была права? Белые вороны. Дело в том, что я уезжаю, а вы были всегда настолько любезны, что мне очень хотелось с вами проститься. Брат, брат, брат. Простите, что так поздно. Да, я еду на восток, в Россию. Мне, знаете ли, очень бы не хотелось подвергать ваши прекрасные вещи превратностям войны, но воздушный бомбардировок. Ой! Да, воздушной бомбардировки. Эти англичане на все способны. Поэтому это прелесть. Физгармония. Зай! Ну что еще? Я сейчас посмотрю. Простите, Павла, простите, простите, простите. Этот великолепный портрет. Зай! И наконец, драгоценнейшая ваша скрипка. Все эти вещи будут в большей безопасности
У меня в доме, в Нюрнберге. Ну, позвольте, по какому праву? А, да, Восточный фронт. Россия. Необъятная Россия с ее чудесными, драгоценными мехами. Вы знаете, я обещал своей жене чернобурые лесу. Где я достану, я не знаю. А для себя лично я решил присмотреть с собою шоу. Скрипку я заводу! Да, климат России. Сибирские морозы. Это не шутка. Спокойной ночи, приятного сна. Плачь, Урсула, не плачь. Ты слышала, он сказал, что едет на восток, в Россию. Он не вернется оттуда. Он не вернется оттуда живым. Проклятый черный ворон. Не плачь, Урсула. Они отомстят за нас. Они отомстят за твои слезы. За наш разрушенный дом. За нашу растоптанную страну, за все отомстят наши друзья на Востоке. Я верю, они сделают это. Вы сделаете это. Я знаю. Так чем же, по-вашему, кончила эта белая ворона? Он направил эту физгармонию в свой тихий Нюрнберг. Ну? Ну, а там его дом разбомбили англичане. Нет. Он сейчас грабит Румынию. Нет. За этот подвиг он получил от фюрера железный крест. Правильно. Он получил на Востоке березовый крест, только не от фюрера, а от русских партизан. Йосиф Швайк. Йосиф Швайк. Наверх! Ну! Наверх! Куда наверх, господин комендант? Ах, на небо, да? Сейчас. Молчать! Сегодня ты перестал.
станешь смеяться. И это сволочь тоже. Осмелюсь заявить, что они не перестанут, господин комендант. Они не перестанут смеяться, пока живы вы, нации, и ваш ублюдочный фюрер. А когда они убьют вас, то они будут смеяться еще сильнее. Молчать! Марш! Сосиски с капустой я очень люблю. Ла-л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 а. Сосиски с капустой я очень люблю. Они уже смеются, господин комендант. Прощай, шли. Сосиски с капустой вкуснее всех блюд. Ла. Сосиски с капустой я очень люблю. Ла. Но только брожу я который уж год, прошел всю Германию взад и вперед. Повсюду сосиски исчезли мне. Обедать приходится только во сне. У немцев сосиски исчезли и мне. Обедать приходится только во сне. Стой! Вы думаете, что он здесь будет удобнее, да? А это ты спросишь у своего ангела-хранителя на том свете. Простите, как вас звать? Люди. Чего ты бормочешь? Видите ли... Я слышал, что вас отправляют завтра на Восточный фронт, и мне просто хотелось узнать, увидит ли старая добрая мама своего маленького Людвига. Не увидит. Угадай, собака. Я не промахнулся. Болван, он не знает, что эти патроны делали наши ребята, а когда они их делали, они очень смеялись. Сосиски с капустой вкуснее всех блюд. Сосиски с капустой я очень люблю.